Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 мая. Поздравляю всех с Днем Победы. Желаю всем мирного неба. В этот день хочется только этого пожелать. И больше ничего. Ну, как все нормальные люди, мы тоже пришли в лес. Это я вот пошла с Саськой погулять. Мы пришли на шашлык рядом с домом. Дом наш вот он стоит. Мы спустились чуть пониже. Тут у нас овраг. Смотрите, какой, какая красота. После зимы, после всей осенней серости, весенней. Все так прям непривычно, красиво. И не можешь налюбоваться вот этой картиной. Конечно, оно потом глаз к этому привыкнет и будет казаться, что так и должно быть. Так, ну а мы погуляли и идем. Папа у нас уже, наверное, костер разжег. Мангал. Вон там наш папа. Сейчас мы к нему поднимемся. Папа у нас уже сидит за столом. Импровизированным. Да, мангал уже разжег. Тут после предыдущих остался мусор, конечно. Я его сейчас пособеру. И потом, когда будем уходить, сожжем его. Тут у нас небольшие закуски к празднику. Ну вот, немножко я взяла с собой закуски, салатик, фрукты, лепешка, овощи и маринованный лучок. Ну и, конечно же, маленькая бутылочка водки, потому что сегодня День Победы, и отмечают этот день, ну, как полагается, наверное, водочкой. Давай, пап, с праздником Победы. Давай, с праздником. Всем мира и добра. Крокодил занят делами, подавилась. А зачем жуешь всякую гадость? Вон, водички попей. Пап, тебе воды поставил в стаканчике. Попей водички. Ищет всякие палочки, грызет. Вот он наш шашлычок. Здесь свининка. Ну, папик уже дома ее нанизал на шампура, завернул в пакетик. Шашлык замачивает просто. Лук тертый на крупной терке, получается там практически сок один. Соль, перец черный, перец красный. Получается объедение. Аська собаку увидела. Как кролик, надо бы становиться. Вон там гуляет с собакой. Собака большая у них. Привет. Аська. Ага. Эх, никак. Поводок больше не позволяет, да? Иди сюда. Иди сюда. Чего тебе там надо? Иди водички он попей. Пап, убери вон эту бутылку вот. Грязная бутылка, я сейчас руками буду в это. Потом как будем мусор убирать. Ну ладно. Шашлыка на костре уже с того года не ели. Шашлык делали, замачивали, но делали дома в шашлычнице, в электрической. А так уже с того года не ели. Смотрите, какая красота. Папик там шашлыком занимается. Аська около него там бегает. Ну, а я стол накрыла. И сижу, балдею. Что мне еще делать? Аська у нас как корова, траву ест. Она вот эту осоку собаки едят. Что там, кого увидела? Кто там? Ась, там нет собачки, там человек пошел. Развлекайся, ешь травку, ешь. Вот тут у нас готовится шашлычок. Не весь выложил.
тобой не объедимся на двоих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сдадим. Семь шампуров. Кто будет проходить, сдадим. Там вот в кустах еще компания сидит. Тоже развлекаются, шашлык жарят. Ася, отойди. Что загоришься? Папик, ну поздоровайся со зрителями. Так, здрасте, дорогие зрители. Поздравляю вас, ну и себя, и всех, кто воевал в Великой Отечественной войны, кто потерял дедов, прадедов. Вот. У меня, например, два деда. Вот. Один русский, машинистом погиб, другой водителем, таджик под Ленинградом. Победа нам досталась очень сложная, но надеюсь, что такого больше не повторится. Вот, с праздником вас всех. Спасибо. И вот подняться чуть-чуть, вот так вот, такой вот бугорочек небольшой. И вот он наш дом, и вот он наш подъезд. Видите, как мы тут устроились хорошо. Никакая дача не нужна, чтобы ездить отдыхать туда. Зимой, скажем, здесь вот и лисы бегают, и зайцы. Они и слышат? Белки. А? Они слышат. Ой. Я позавчера белок снимала вот там. Нашла? Да. А, так, тоже и... видео выложила. И заяц больше, чем собака. Три раза наш. А что ж ты его не поймал? Угу, говорит. Красота. Мяско жарится. Кусочек лепешки положил, чтобы горяченький был. Я ее купала горячую, хрустящую. Лепешки у нас делают обалденные, конечно. Взяла мало, надо было больше. Вот она, морда прибежала. Иди сюда ко мне, скорей. Вот она, морда. Морда. Что ты там напрягаешь? Что у тебя там прилипло? Дай посмотрю. Дай сюда. Вот он, холосый. Холосый. Холосый чудик. Аськин хвост. Смотри сюда. Ася. Вот так. Вот красавица. А вот черное пятно, видите, осталось. Тут клещ был. Так пятно осталось. Там вот в кустах еще компания сидит. Тоже развлекаются. Шашлык жарят. Ну что, шашлык готов. Сейчас прям с шампура буду кушать. Это второй. Папику. Ложу на тарелку. Ну и приятного нам аппетита. Всех еще раз с праздником. Тут мясо готово. Убираю угольки в сторонку, чтобы просто лежали, как тепленькие были. Тут вот прибежала попрошайка, шашлычная душа. Вот она любит мясо. Вот вкуснятина, да? Я ей откусываю помельче кусочки и даю. Блин. Потеряла? Грязный будешь есть? Ой. Не ешь грязный. Все, не стала грязной, молодец. Иди, папа даст теперь. С маринованным лучком, с овощами, с горячей лепешкой. Просто бомба. Ты себе тоже высыпай в тарелку. Так хочешь, с палочки? Да. Ну что, мы покушали, все было очень вкусно. Как-то закапал дождь. Какая-то появилась туча вот такая вот, посмотрите. Мои пошли еще раз погулять. А я сейчас буду собирать уже все наши вещи. Уберу мусор и пойдем домой. Папик собрал весь мусор. Этот мусор был не наш, мы пришли, он уже здесь был. Сейчас подожжет, и чтобы его не уносить, не убирать никуда.
просто люди такие безответственные, понакидают бутылок, пакетов. Мы за собой всегда мусор стараемся убрать, потому что мы сюда приходим. Ася, отойди! Воды. Приходим сюда постоянно. Водички ей дай. Сейчас дам. Идите, воды дам. Иди сюда. Водички скорее. Не хочешь? На. Ну, сука. На. Хрю. Вот. На этом моменте я, наверное, буду с вами прощаться. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Пишите комментарии. И всем пока-пока. Еще раз всех с праздником.